Упс. Вау, не могу поверить, что Назарит такой крепкий. Его так долго нужно ломать. Но спасибо моей назаритовой кирке, я все еще с легкостью могу украшать свой дом. Без проблем. Пошутили над тобой. Обсидиан гораздо крепче. Он очень взрывоустойчив. А его прочность тоже довольно высока. Просто восхищайся им, чувак! Разве это не самая лучшая вещь на свете? Ты реально похожа настолько тупой. Ты даже не можешь использовать обсидиан для создания инструментов. Назарит гораздо более полезный. Ты даже не сможешь добыть назарит. Если бы не обсидиан, ты бы не смог сделать свой прекрасный портал. Оу, я не повышал на тебя голос. Это так грубо. Сначала ты оскорбляешь назарит, а теперь меня? Ты не уйдешь отсюда живым, чувачок. Принеси это. Назарит против обсидиана переведено и озвучено каналом VNFI Project. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Для начала нам надо узнать, чей блок прочнее. Давай сделаем это при помощи железных кирок. Готов! Это странно. Давай еще один раз с использованием алмазных кирок. Ничего не изменилось. Окей. Давай попробуем взорвать каждый блок. Окей, я взорву твой блок первым. Ха! И вот что ты получил. Ты не можешь так просто уничтожить обсидиан. У него выносливость к динамиту. Очередь твоего блока. Помолись, блок Назарита.
Подожди. Дай-ка я зайду в Википедию. Ну, это имеет смысл. Честно говоря, чувствую себя довольно глупо, когда сравниваю эти два блока. Я чувствую себя тупым. Да, оба блока уникальны по своему назначению. Вы не можете их сравнивать, потому что у них разное применение. Вы не можете делать инструменты из обсидиана. Если бы были инструменты, мы, возможно, могли бы их сравнить. Но обсидиан гораздо более полезен, поскольку без него вы не сможете попасть в ад. Я полагаю, это и есть решение. Друзья? Конечно, как будто ничего и никогда не происходило. Ага, конечно, Незерит лучший. Я доминирую со своим незеритовым мечом.